вызов в поселок Сотников. Такой необычный вызов. Вот пес, кавказская овчарка, отравился продуктами перегона самогона. От брашки получается. Там что-то компот был вот остатками вот этого после брашки, видимо. То ли он сам добрался. Вообще две собаки во дворе. Поменьше собака беспородная, она погибла. Ну, от этого, видимо, отравления. А это вот то ли пьяный, то ли такое сильное пьянение. Нормально. Что сейчас посёк? Ну не знаю, посмотрим. Будем сейчас капельницу тёрки. Маленький пивон. На тряпке, давай. Чё, так за выкид возьмём, нормально будет? Да. А вот тут поменьше собаку. Ну давай на тряпке, говорю, нам легче будет. От передоза. Проводим капельницу собаки. Поставили стероиды, витамины, стимуляторы работы сердечной мышцы. Вот. Пока вот так вот у нас. Отравление произошло вчера вечером.